Клево! У нас сегодня отличная новость для вас, ребята. Да. Ваня получил столько скрипышей в пятерочке. Ага. Сейчас мы их будем открывать и посмотрим, какие у нас бравлеры оттуда появятся. Ну что, начинаем открывать? Да, давай, первый скрипыш пошел. Открываем. Это кто у нас будет? Сейчас посмотрим, что это за герой такой появится. Это? Серьезно? Тебе с первой попытки повезло. Покажи скорее поближе его. Класс, ребята. Ване повезло с первой попытки. Он так хотел, чтобы ему попался Лу. И он тебе попался, да? Круто? Давай следующего. Это кто будет? Сейчас посмотрим. Очень интересно узнать, какой же это скрипыш. Какой же это бравлер. Что? Ворон! Ворон, как я хотел! Легендарка, чё? Легендарка, ну показывай где. Ворон! Покажи. Ворон! Класс, вот Ворон! Это да. Ворон! Поздравляю. Тебе везет уже второй раз. Ага. Третий. Так. Вот что же будет? Да ладно! 8 бит! Как? Как такое возможно? Я в это не верю. Я в это не верю. Твои самые любимые герои тебе попадаются, ага. Да? Тебе сегодня везет, Вань. Четвертый скрипыш. Это какой будет? Ну, давай скорее, не томи. Нам очень интересно посмотреть, кто же это. Это Беа! Покажи, где она. Это Беа! Класс! Не повторка? Еще 2 скрипыша осталось. Давай, открывай. Это какой-то желтый. Это точно не повторка. Точно не повторка, думаешь? Джин, что ли? Это Джин! Джин? Джин! Классно! Это Джин! Вот это бравлеры тебе попадаются, ага. Сегодня классные. Последний скрипыш. Надеюсь, это тоже не повторка? Да. Так. Та-да-да-дам, та-дам. Последний. Та-да-да-дам, та-дам. Красный какой-то. Красный? Это колец! Колец! Ни одной повторки тебе сегодня повезло. Класс, ты очень рад. Ты так говоришь, что повторка. Я думала, что будет 2 повторки хотя бы. Оказалось, вообще ни одной. Мне понравилось. Очень понравилось открывать тебе скрипыши. Ага. И классно, что не попалось ни одной повторки, да? Да. Ну, давай разложим и покажем, какие скрипыши нам попались. Ага. 8 бит. Лу. Ворон. 8 бит. 8 бит. Кто у нас еще? Так, ой. Это будет Беа, короче. Это Беа? Да, это Беа. Беа. Джин. Джин. И Калет. И Калет. Вот, сегодня у нас такая коллекция попалась. Ага. Коллекция таких бравлеров. Ага. Это любимые Ванины герои из Бравл Старс, ага. Потому что Ваня очень любит эту игру. Ага. Попались сегодня его самые любимые герои. Ага. Ты счастлив? Да. Да? Да. Ну, забирай свои скрипыши и будешь себе браслетик делать. Да. И скрипышей. Ну, что скажем теперь? Всем пока-пока! На сегодня пока. Смотрите ага. наше следующее видео. Да. Мы будем еще новых скрипышей открывать. Да. Пока. Пока.